Всем здорова, ребят! Сегодня я вам покажу, что будет, если новичок задонатит 20 тысяч рублей на Majestic RP. В общем, сегодня я наглядно покажу, на что можно потратить свои первые деньги. Особенно полезно будет для новичков. Ролик получился топовый, поэтому я каждому желаю приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Ну и как всегда, абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 2000 Majestic коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой Discord канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо Москвин. Ну а я буду начинать, let's go! Ну что, ребят, я уже получается нахожусь на 8 сервачке, именно сюда я зашел в качестве примера показать вам, что будет, если новичок задонатит 20 тысяч Majestic коинов, узнать, на что он их может потратить и как правильнее будет начать свой путь. И как вы можете заметить, я уже получается зашел со своего второго персонажа, чтобы было честно. Правда, у меня тут есть 16 тысяч долларов, но в принципе эта погода никакой не меняет. Также, если мы зайдем в F2, то тут мы увидим то, что у меня на балансе ровно 20 тысяч Majestic коинов, которые я уже закинул. Но важно понимать, что на Majestic действует X2 к вашему донату. То есть, если вы донатите 10 тысяч рублей настоящих, то вы получаете 20 тысяч Majestic коинов. В общем, с этим мы разобрались, предлагая сразу же арендовать какой-нибудь мопед и отправиться в магазин одежды. И дальше мы уже разберемся, что делать дальше. И да, ребят, если вы только начали играть на Majestic или только собираетесь, то каждому из вас советую ввести мой промокод в чат командой /промо Москвин. Вводите вот так вот и получаете 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. Эти плюшки вам очень сильно помогут при начале игры. Я уже этот промокод вводил, поэтому... Да... Ну ладно, чайка пока попью. Ну и как раз таки недалеко я тут получается от магазина умер, поэтому пойдемте сюда. Но забыл вам рассказать очень важную вещь, которую должен сделать абсолютно каждый новичок, как только зашел на Majestic. Нажимаем F2, после чего заходим в раздел магазин, и дальше мы видим стартовые наборы. И тут мы видим стартовый пак платинум за 1000 Majestic коинов, который 100% вам нужно будет приобрести. Потому что сразу же после покупки вам дадут абсолютно все лицензии, то есть на оружие, на все категории прав и так далее. Так что вам не потребуется очень много вашего времени и в принципе трат денег на то, чтобы вы сдали эти лицензии. Дальше у вас будут прокачанные способности силы, стрельбы и выносливости на 100%. Это, поверьте мне, очень сильно нужно, тем более на старте. Также вам дадут 7 дней платинум VIP. А я напомню то, что если вы еще ведете мой промокод Москвин, то вам еще дадут 7 дней к вашей платинум випке, итого целых 14 дней. А с помощью нее, кстати, вы сможете зарабатывать в 2 раза больше. Ну и при этом всем вам еще дадут целых 100 тысяч вертов, просто на начале. Вот просто покупаете и сразу вам дают 100к, что, конечно же, я сейчас и сделаю. Давайте нажимаем приобрести. Опа-на, списались у нас, нам сразу же дали VIP статус на 7 дней, и также нам дали, как видите, 100 тысяч виртуальной валюты. Вообще отлично. В принципе, о стартовом наборе я рассказал, можно идти закупаться в донатный магазин. Это, если что, самый дорогой магазин, который есть, получается, в штате. Тут как есть обычная одежда, которая продается за верты, так и за Majestic коины, она называется премиум. Понятное дело, что моих 100 тысяч не хватит на обычную одежду, поэтому давайте будем приобретать донатную. У меня, конечно, есть определенная одежда, которую я ношу абсолютно всегда, на всех серверах, но я покупать ее не буду, потому что у меня есть она на основном аккаунте. А как вы знаете, тут донатные вещи, они, получается, распространяются на абсолютно все аккаунты. То есть, это мой второй персонаж, и одежда, которая у меня есть на основном, она у меня тоже, получается, тут есть в донатном инвентаре. Поэтому, я думаю, стоит приобрести мне что-то другое. Вы, конечно же, можете выбирать абсолютно на свой вкус. Для начала, я думаю, стоит приобрести и выбрать какой-нибудь низ, а потом уже, конечно же, вверх. В общем, мне понравились вот такие вот Louis Vuitton штаны вот с такой вот белой банданой. Они стоят 1500 Majestic коинов, и я думаю, то, что их 100% стоит приобретать. Мне они очень нравятся, поэтому нажимаем оплата коинами и выбираем надеть сейчас. И теперь время подошло выбирать какой-нибудь верх, чтобы они грамотно смотрелись с моими джинсами. Вот такой вот я верх себе нашел, стоит он 2500 Majestic коинов, очень классно смотрится, такой темный с белым, сочетается и с джинсами тоже классно, поэтому давайте приобретаем. Оплата коинами и нажимаем надеть сейчас. Ну и последнее, что осталось приобрести, это какие-нибудь там кроссовки, кеды, я не знаю, что-нибудь сейчас выберу и покажу вам. В общем, вот такие вот кеды Александр Маквин я выбрал, стоят они 1500 Majestic коинов, в принципе классически смотрятся, мне нравится, поэтому давайте приобретаем их, оплата коинами и нажимаем надеть сейчас. Вот такой вот у меня тип получился, еще, конечно же, нужно приобрести 100% рюкзак, но так как это мой второй персонаж, поэтому я этого делать не буду. А если вы, конечно же, только начинаете играть или только и точно так же задонатили какую-то сумму и приобретаете себе одежду, то советую вам сразу же купить какой-нибудь рюкзак, потому что это очень важно, ребят. Просто заходите в рюкзаки и тут выбираете, какой вам нужно. Тут их очень много, я бы, наверное, себе приобрел такой Dior. Очень классно смотрится и по стилю подходит, ну, лично для меня. Вы, конечно, можете выбрать себе на свой вкус и цвет, как говорится. В принципе, я уже вышел из магазина, вот такой вот у меня перс получился. Давайте посмотрим, сколько у меня Majestic коинов осталось на балансе
и 13 500. Если вы все делали так, как я вам и говорил, и приобретали тот самый пак платинум за 1000 Majestic коинов и залутали оттуда 100 тысяч виртов, то самое время на данном этапе отправиться в барбершоп, сделать себе прическу, там линзы и так далее, как вы хотите, там бороду, в общем, привести себя в порядок. Но у меня, в принципе, персонаж выглядит неплохо, поэтому я данный пункт просто пропускаю. Также неподалеку от магазина, в котором я только что закупался, есть автосалон номер 7. Там находятся донатные тачки и, в принципе, ERL машины. Поэтому погнали туда, посмотрим, что можно приобрести. Ну а пока я бегу, напишите в комментариях, как вам вообще данный формат и на какую мне сумму еще сделать такой ролик. Что будет, если новичок задонатит там, например, 100 тысяч рублей, там 150, там 50, вообще, вот просто напишите, или там даже 500 рублей. Тоже будет интересно, нет? В общем, предложений ваши жду в комментариях, поэтому максимальный актив. Я тем временем нахожусь уже в автосалоне, и тут я выбираю донатные машины, которые подаются за Majestic коины. У меня осталось, как вы помните, 13 500, и максимум, что я могу тут купить, это получается, сейчас скажу вам, что. Так, 12 тысяч, 13, вот такой вот Mercedes, и вроде бы что-то еще. Вот такой вот рам я уже не смогу приобрести, потому что он стоит 400 Majestic коинов, и максимум, что тут можно, это вот такой вот Mercedes. Но самое лучшее, что из этих коинов я могу вам посоветовать приобрести, так это вот такой вот Mercedes GT. Стоит он 12 тысяч Majestic коинов. Это очень быстрая тачка, и вообще это самая быстрая машина, которая как по разгону, так и по управляемости среди всех машин до 13 тысяч Majestic коинов. Поэтому 100% вам нужно приобрести данную машину, если просто хотите кататься. Но можно сделать чуть по-умному и приобрести Mercedes Sprinter. Эта тачка получается для дальнобоя. Стоит она 8 тысяч Majestic коинов, и это самая быстрая тачка, на которой можно работать на дальнобойщике. Если бы я работал, то я бы 100% приобрел данную машину, потому что с помощью нее вы можете зарабатывать просто большие деньги. А узнать, сколько вы можете зарабатывать на дальнобойщике на этом Mercedes Sprinter, вы можете узнать в моем дискорде по ссылочке в описании. Там будет вся таблица, ознакомьтесь. Я бы сейчас с удовольствием купил данную машину за 12 тысяч Majestic коинов, которую я вам и советовал. Но согласитесь, это будет неинтересно, тем более я потрачу абсолютно все свои коины. Поэтому я предлагаю ради интереса и контента открыть кейсы с донатными машинами, которые находятся прямо тут. Тем более, может, мне реально повезет, и я залутаю какую-нибудь тачку намного дороже, чем это. Один кейс стоит 600 Majestic коинов, и как вы можете заметить, тут представлены очень много различных тачек, в том числе, которые находятся в салоне Majestic Motors. Поэтому давайте потихонечку будем закупаться, выбираем максимальное количество кейсов, получилось на 12 тысяч Majestic коинов, и еще 1500 коинов у нас остается. Получилось у меня 22 кейса, и предлагаю 2 кейса открыть быстрым прокрутом. Полетели. Так, продаем ее, но пока что будем все откладывать в донат инвентарь, чтобы в конце, получается, продать ненужное и посчитать, насколько я окупился. Так, откладываем. А дальше что у нас? 20 кейсов еще есть. Давайте попробуем один кейс обычным прокрутом. Полетели. Падает, падает. Что? Падает обычная серая тачка, не долетая. Давайте еще один кейс обычным прокрутом. Давай, пожалуйста, дайте мне что-нибудь классное. Я должен окупиться сегодня. Я очень сильно должен окупиться и залутать какую-нибудь классную тачку. Пожалуйста, дайте мне машину. Давайте 3 кейса быстрым прокрутом долбанем. Так, откладываем, откладываем, откладываем. Пока что мне не особо везет, но будем надеяться, конечно же, на лучшее. 2 кейса быстрым прокрутом, полетели. Фигня, фигня. Окей, полетели 3 кейса обычным прокрутом. Дайте какую-нибудь топовую тачку, пожалуйста. Ё-моё, Бугатти Дива. Нет, она пролетает. Просто самая дорогая тачка на Маджестике пролетает. Ё-моё. Ладно, не расстраиваемся, будем надеяться на что-то на лучшее. Давай, 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 давай. Угу. Тачка 463 Majestic Coin она стоит. Продаем ее. Точнее, откладываем пока что. Так, пожалуйста, давай, 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 давай. Нужен, нужен, нужен. Я понял, пролетает все самое классное, и обычная GTA-шная тачка мне падает. Давайте откроем 2 кейса быстрым прокрутом. Так, фигня. Фигня. Ну что такое, 8 кейсов у нас тем временем остается, мне еще такого жесткого ничего не упало. Еще открываем 2 кейса быстрым прокрутом. Фигня. Фигня. Давайте один кейс. Фигня. 5 кейсов остается. Предлагаю открыть, я думаю, 2 кейса быстрым и 3 обычным. Так, полетели. Фигня. Фигня. И полетели 3 кейса последние. Выпала фигня. Откладываем. Полетел следующий кейс. Нужен, 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 нужен. Падает мне, как всегда, какая-то фигня. Ну и последний кейс. Пожалуйста, дайте мне хотя бы с последнего кейса. Ну не долетает мне Porsche. Окей, ладно, давайте продадим. Не особо мне повезло с этих кейсов, поэтому предлагаю зайти в предметы и продать абсолютно все тачки и, соответственно, открыть еще кейсов. Так, продаем это все, продаем, продаем, продаем. Продал я абсолютно все тачки. Давайте опять закупаемся. 5500 коинов у меня есть. Давайте вот так вот быстренько закупим на максимальное количество. 9 кейсов у нас получилось. Полетели 3 кейса быстрым прокрутом. Так, опа-на. Ну это тоже GTA-шная тачка какая-то, 1000 коинов она стоит. Такое себе. Опа-на, фиолетовая тачка, тоже GTA-шная, 850 она стоит. Это фигня. Окей, давайте один кейс быстрым. И полетели, я думаю, 5 кейсов последних обычным прокрутом.
Ну, пожалуйста, дайте мне какую-нибудь дорогую тачку, я вас прошу. Нет, она пролетает. Просто пролетает. Чуть не повезло, откладываем, полетели дальше. Угу, пролетает. Я вас понял, я вас понял. 3 кейса тем временем остается. Ну же, золотую тачку дайте мне, прошу вас. Дайте мне одну золотую любую тачку, пожалуйста. Мне же надо на чем-то ездить. Хоть это и второй перс, ну да ладно. Окей, 2 кейса остается. Ну же, стой. Нет, она просто пролетает, Бугатти Широн. И последний кейс. Давай, 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 родной, пожалуйста. Не подведи меня, я тебя прошу. Окей, придется походу опять все продавать. Все тачки и открывать еще кейсы. Окей, продаем. Так, получилось сколько у меня? 4400, открываем кейсы. Давайте опять закупать. Что делать-то еще, ё-моё. Будем пытаться, я не знаю. 3 кейса полетели быстрым прокрутом. Фигня, фигня, фигня. Окей. Давайте 4 кейса просто быстренько долбанем и все. Фигня, 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 фигня. Офигительно, просто офигительно. Как всегда, очень классно мне везет. Продаем все тачки, давайте закупаться еще. Ну, у меня что, получилось 3 кейса. Давайте долбанем 2 кейса быстрым прокрутом. И последний кейс обычным прокрутом. Давай, пожалуйста, я прошу. Хоть с последнего кейса дайте мне золотую тачку, я вас прошу. Очень жестко мне везет сегодня. Окей, продаем, продаем, продаем. Последний кейс, который мы можем открыть, это получается вот этот вот кейс. И давайте долбанем его быстрым прокрутом. Окей, я понял. В общем, не повезло. А, нет, еще могу один открыть. Ну все, окончательно. 282 коина у меня осталось, предлагаю пойти в рулетку. В общем, ребят, не делайте как я, просто покупайте себе тачку в автосалоне и просто не парьтесь. И живите, и кайфуйте, и просто радуйтесь жизни. А не как я, сливайте просто коины в каких-то кейсах. Ну хотя и вы можете окупиться, вдруг повезет. И я проиграл оставшиеся 282 коина. Окей, вот такой вот у меня ролик получился, надеюсь, он вам реально понравился. И вы поставите ему лайк, напишите комментарий и не забудьте, кстати, написать, на какую мне сумму еще сделать подобный видеоролик. Я буду вам реально благодарен. Я желаю всем добра и позитива, давайте хорошего дня, hard work pays off. Ну и конечно же я подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majesty коинов, и победителем становится вот этот вот счастливчик, поздравляю. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне во ВКонтакте, ссылочка будет в описании. Ну а я в свою очередь буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши, обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин, желаю всем добра и позитива, всем удачи и пока.